Фредди Меркьюри, в то время как вокруг активно разворачивалось движение панк, сфокусировался на несколько иной концепции, а именно на балете. Я просто подумал включить те элементы балета в наш репертуар. Он заявил, что одна из его целей в жизни — принести балет в массы. Он идиот? Увидев статью, Фредди пришел в ярость. Они назвали его идиотом. Любой бы пришел. Мы поняли, что общение с прессой ни к чему не приведет. Это словно повесить на лоб мишень и сказать «стреляйте». У всех бывают свои взлеты и падения, свои границы, и чего-то никогда не достичь, но я не хочу слышать это от критиков. Я позер. Это для прессы. Это Wessex Studios, где было сделано множество записей. Мы работали тут в то же время, что и группа Sex Pistols. В Wessex Studios мы встретились с Sex Pistols. Это было потрясающе. Однажды мы были в аппаратной, и Фред сидел за столом. И вдруг мы услышали этот голос. Это был Сид Вишес, который явился туда и был явно нетрезв. Вошел Сид, это был еще тот мерзавец. Идиот! Он заорал на весь зал, что удалось принести балет в массы. Я назвал его бешеным дураком. Он полез на меня, а я сказал, что ты мне сделаешь? Фред встал, схватил его и вышвырнул за дверь. Ему это явно не понравилось. И как? Он ушел? Думаю, мы победили.